Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такой творог в мешке от бренда Кувшин молока. Так, творог у нас 9%, 500 грамм, стоил 90 рублей. Не так дорого, но очень вкусный. Он у нас сегодняшний, у меня сегодня 14 марта. Так, состав. Ну, давайте я прочитаю его. Здесь короткий состав. Молоко цельное, молоко обезжиренное, с использованием закваски молочных культур. Мне нравится слово культур, прям вообще такое. Так, у нас, значит, жиры 9 грамм, белки 18 и углеводы 3 грамма на 100. Так, и килокалорий у нас 169, также на 100 грамм. Вот. Ну, давайте я покажу. Срок годности у него 72 часа. Вот, прочитайте состав сами, вдруг я ошиблась. И также у нас Самарская область, Кошкинский район, деревня Альпакован. На самом деле продается это у нас либо в Самаре, либо в Тольятти. Но я очень надеюсь, что, возможно, и где-то еще приезжает машина. Быть может, кто-то меня смотрит из Самары или Тольятти и посмотрит этот обзор. Скажет, как вкусно, надо идти покупать. Давайте скорее его посмотрим. Так, ну тут, конечно, развязывать. Честно говоря, я, кстати, проверяла. Он весит действительно 500 грамм уже. Мы покупаем не первый раз, и там не то, что даже 500 ровно, а там 506, 511, то есть вот так даже. Ну, мешок не будет весить же 11 грамм. Так, ладно. Давайте наша тарелочка. Я его обычно рву. Или хотя можно, в принципе... Давайте без тарелки, наверное. Чего ее пачкать? В принципе, он оторвался довольно хорошо. Тут все видно. Он такими вот бывает кусочками. Допустим, если он, пока вы его несли, его там кто-то, ну, допустим, молоко придавило, он такими вот кусочками, такими кусочками. На самом деле, кушать очень вкусно, особенно брать его прям из пакета или из какого-нибудь контейнера, то есть не накладывая в тарелку. Ну, я не знаю, почему всегда со сковородки, допустим, вкуснее, чем когда в тарелке там. То есть вот так вот. Он, по крайней мере, вы знаете, что он всегда свежий. То есть тут написано, что он свежий, что он сегодняшний сделанный. Вот, также вы можете набрать, то есть этот бренд Кувшин молока в поиске в Яндексе, и вам выйдут фотографии того завода, коров там, описание, я уже проверяла все это, описание, что как, то есть прежде чем купить, кормить. Также, кстати, я кормлю своего ребенка, моему ребенку 2,5, уже чуть-чуть побольше, 2,7 даже, вот. Он кушает прекрасно такой творожок, я наминаю вместе с малинкой, с ягодками, то есть шикарно. Так, давайте попробуем, посмотрите сначала. Ну, он выглядит, ну, как обычный творог, рассыпчатый. Знаете, творог обалденный, прям вот, ну, вкус творога. Не то, что, допустим, как вы покупаете в магазине, там какой-то есть вкус, там, чего-то. А вот прям, знаете, вот вкус творога, и здесь вы 100% уверены, что он свежий, потому что, допустим, ну, и что он сделан качественно, то есть у вас не попадут здесь никакие шарушки, там, волосы, я не знаю. Как, допустим, это бывает у деревенских женщин. Вы не знаете, как готовили они его и в какой таре, чистый или нет, какая корова, здоровая или нет. То есть, и давайте я вам расскажу маленькую историю. Я надеюсь, она не затянется. Ну, она нет, не затянется слишком долго. А почему я начала покупать именно вот такие вот? Я думала, еще магазины покупать, но магазины там намешивают. А здесь творог натуральный. Ну, более-менее, наверное. Я так думаю, что понатуральнее, чем магазинный. До этого я покупала на рынке у женщины
В течение нескольких лет я покупала у нее молоко и творог. Они тоже были бесподобные, обалденные, вкусные. И потом однажды пришла я во время беременности. Она знала, что я беременна. У меня был живот уже к тому времени. Она говорит: «Наташ, не бери этот творог, не надо». Я говорю: «Ну почему?» «Возьми, говорит, вот этот обезжиренный». Я говорю: «Ну как, говорю, вот этот обезжиренный, говорю, мне нужен кальций». Говорю: «Как же так?» Вроде: «Нет, давайте вот этот лучше, тут хотя бы кальций». «Ну не надо», говорит, «не бери». «Ну как хочешь, бери». Я взяла, оказался этот творог протухший, я траванулась, но не сильно. Так нормально, видимо, несколько дней, может быть, он был как протухший. А потом уже стало аккуратнее. Но она могла же сказать, что он не такой свежий, в конце концов. Самое интересное то, что она его продавала за ту же цену, то есть довольно дороговато, чем, ну, такой же, как и свежий творог. То есть, ну, это обидно на самом деле. Потом через какое-то время я опять пошла к ней, был ее сын, продавал. Я уже думаю, надо спросить, свежий творог или нет. Я спрашиваю: «Творог свежий?» «Да, сегодняшний, сегодняшний». Покупаю, значит, снова творог, и тут я траванулась настолько сильно, мне, честно, меня настолько выворачивало, я думала, я рожу раньше времени. Мне так было плохо, у меня так болел живот, меня рвало не вообще невероятно, как сильно. А после этого я поняла, что я больше никогда в жизни у нее не куплю, ее стала обходить стороной. И, честно говоря, мне даже уже стало страшно, то, что я могу травануться и от творога, допустим, у другой деревенской женщины, которая сделает, уже кушаешь со страхом. А вдруг сейчас там что-нибудь не то, а вдруг что-нибудь не то, уже страшно. Долгое время я не покупала, потом вот начала мне покупать мама. Вот этот творожок, говорит, очень вкусный, попробуй. Принесла мне его, купила, я попробовала, мне понравилось. Ну, тут хотя бы есть дата. Он такая вот, ну, история небольшая. А, да, немножечко, конечно, неприятно. Деньги заплатишь за творог, и потом еще травишься и болеешь. Тем более во время беременности это все очень жестоко. И по сравнению, ну, к отношению хотя бы к тому ребеночку, который сидит у вас, живет у вас в животике. Как бы я же не знала, что он тухлый. По запаху было все нормально, по вкусу. Ну, я понадеялась, что меня не будут обманывать. Вот. Так, давайте с вами его еще раз попробуем. Он такой прям очень-очень такой вкусный. Я его вот сейчас собираюсь как раз намешивать буду с курагой. С курагой, кстати, он получится по вкусу точно такой же, как в магазине есть пестравка, по-моему. Там за пачку 200 грамм, даже, может быть, не знаю, поменьше, 180 или 200, стоит 60. А вот этот, кстати, 500 грамм стоит 90 рублей. А по вкусу получаются одинаковые. Давайте еще раз попробуем. Давайте его еще раз посмотрим. Посмотрим. И попробуем. Он очень нежный. Очень прям такой нежный. Вот он, пожалуйста, рассыпчатый. То есть, если в вашем городе продается такой творог, покупайте, не бойтесь. Потому что у нас его разбирают очень быстро. Буквально они приезжают, часа два, наверное, три стоят и все разбирают. Вот, также, конечно, у них есть молоко, на него тоже у нас будет обзор, кефир, варенец, ряженка, масло, сметана, сливки, еще какое-то молочко сладкое и все, наверное. То есть постепенно будет и обзор остальных. И также мы с вами будем из этих творожков что-то готовить, всякие вкусняшки. Творожков, ну, из всех этих продуктов. Вот, на сегодня это все. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно свои. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы живем с сыночком, как мы отдыхаем, путешествуем. Также обзоры на другие продукты. И всем пока-пока.